що тут сиділи, де привіт. Дуже дітей не подіяли. Зразу знову в Україні крикнули, зараз усі свої. Все, ребята, без вопросов. Сюди під'їжджайте, крикнули і тут. Спасибо. У нас тут на днях ще не числа буде мероприятие. Байкеры приехали помочь на блокпост. Байкеры привезли сигарет. И гаишникам, и всем остальным. Так что кто курит, проблем тут нету. Хотя, я так понял, половина не курит. Страшно было, что байкеры приехали? Ну да. Не, это свои, оказывается. Это наш днепродзержинский клуб. Только двое с Днепропетровска. Ну, а что они сюда приехали? Ну, просто помочь, спросить, чего не хватает. А. Там сигарет, того, всего. Прикинь? Угу. Ну, когда крикнули, что героям слава, то сразу стало все понятно и спокойно. Угу. Скажи, пусть несут дровишки на жми. Уже сейчас скоро пошли. Угу. Давай, Токор, а то и правда тухнет уже. Костерчик, да? А? Костерчик снимать. О, хорошо раз этот. Включать или тебе посветить? Посвети. Ты же оно так не сгорит, ничего. Много. Нормально. Так теплее. Когда дрова делаешь? Да, да, ты заехал, куда захотел. Да. И машина не на виду. Больше говорю, денег ни разу хватает. Кину что-нибудь в машину. Единственное, я не могу понять, как можно было кинуть гранату и уехать. Что никто не видел, кто тебя, зачем тебе. Не, они, как он сказал, приехали и начали расспрашивать. А что? И там, короче, что-то начали расспрашивать. И потом в итоге кинули, когда начали уезжать, кинули гранату.
таких у нас тоже часто бывает. Ваня, интересующие. А сколько могут попасть? Заложник пьяный приходил тут, чудил. И вроде с друзьями. Ну и другие люди. Я сюда поближе к костру, хорошо? Только она начнет еще. Не тот эффект. О, вот это получше. Да. Я же где-то ни фонарика не схватил, то бегом домой прибрал, ты и то голодный, и тут уже ту пришел. Там картошка где-то есть. Это ты много каши, я не представляю, как ее. Куда они со мной? Там, может, гаишники будут кушать. Конечно, будут. Все будут кушать. Сейчас посмотришь, еще и мало будет. Им, правда, там камеру поставили в это. Ну, да ничего, он говорит, сидеть. Мы будем есть, ничего страшного, пошли они. Тогда что? Камера. Ну какая-то крутая, что там разрешение хорошее. Да там у них оно ночного видения, видно, на регистраторах пишут. И что, выяснят, что они ели? Ну да и шо. Курить там всякая такая возьмет. А ну, курить? Ну, курить нельзя, хай это будет. А вы что, ждете, чтобы вас уже поменяли? Нет, да ну до 11 ж пока сказали. А вы меняться приехали? Чего? Не, мы сегодня не доступаем. Нам бы Сашка. А Бог он здесь, нет? Он сонный присонный, он двое суток типа не спал. О, будет плохо. Чуть-чуть гореть. Не, оно не будет. Но он выгорит. Чи нет? Оно не будет. Сейчас фонарик. Ну да. А вот это не надо, это твоя отработка. А где фонарик? Ух, вот это уже будет гореть, отходи. Ты снизу под это подпаливай. О! Я вам обещал хороший костер. Вот что значит бензелин. Ты машину свою отогнал бы, чи шо? Ну, я говорю, не опускаются потихонечку. Получается, бесперебойное питание котла. Буржуйчик. Как тебе сказать? Тут оно, если оно малиновое, тут отдача, прикинь, какая. Я тебе серьезно говорю, с той стороны стоишь не так. Утро.